Всем привет, я Валерий Литинков. Сегодня смотрели помещение. Ваш на Невской улице, дом 4, корпус 2. Помещение подвального типа, подвальный этаж. Ощущение, что вот большой сам, потому что выложено плиточкой. Кое-какой ремонт остался, но четко под отделку. Метраж примерно 190 с чем-то квадратных метров. Соответственно, всю документацию и все остальное вышли по запросу. Обращайтесь или звоните по телефону 8495-532-99-25. Всем пока! К сожалению, погода не позволила сделать хорошую запись, поэтому вкратце по расположению в метро Марьино, но идти далеко пешком минут 20-25. Также жилой микрорайон, вот это поэтажный план. Отдельно стоящее здание во дворе жилого массива. Так, это вход, лестница. Вот это холл. Холл, из него три прохода в разные стороны. Вот, скорее всего, это была сауна, а-ля баня. Вот, но как сказал управляющий, когда люди выезжали, то было разрушено, в общем-то, все. Поэтому потребуется капитальный ремонт. Ну, что мы, в общем-то, здесь и наблюдаем. Все, что можно было сломать, на данный момент сломано. В самом помещении два санузла. Вот это из плюсов. Значит, есть минусы в этом помещении. Один минус — это потолки. Ну вот вытянутой руки хватает, чтобы дотянуться до потолка, то получается здесь, не знаю, 2,20, 2,40 высота потолков. И второе, конечно, минус — это окна. Мы здесь вот видим, вот, скажем так, вот а-ля окно. Вообще это отдушина. Отдушины идут по всему периметру этого здания. Вот, там в конце будет показано, как соседи сделали эту отдушину, чтобы было окно. Но сам факт, что даже если там делать окна будут маленькие. Вот, ну, значит, потолки, соответственно, плюс проблема с окнами. Света не было на данный момент в помещении, поэтому вот все в фотоснимках. Так, ну вот проводка, там, трубы какие-то вот непонятные. То есть, конечно, капитальный ремонт тут однозначно потребуется. Здесь, скорее всего, какой-то подтек. Похоже, по крайней мере, на это. Вот, по цене помещения порядка 26 тысяч рублей за квадратный метр. В общем-то, это недорого, но исходя, конечно, из ситуации, вот, и расположения, тут стоит подумать. Значит, в помещении есть два входа. Это второй вход с улицы. Вот этот первый, через который мы заходили непосредственно. Вот это так называемая отдушина, которая а-ля окна. Вот так вот соседи сделали окно, которое в этом же здании находится. Дополнительно по этому зданию, это значит, покупатель обязан произвести капитальный ремонт данного помещения и перевести его в другую категорию. В общем-то, все. По идеям, как использовать помещение. Ну, в принципе, у меня сейчас две идеи. Это салон красоты, потому что помещение позволяет это сделать. Либо какая-нибудь клиника.